Кадзероба, первая часть. То есть берешь веревочку, на корме мнямчика. А по-моему, с этой игры начиналась вообще серия игр мням. Как-то я вторую часть этой игры записывал, а вот первую как-то не дошли у меня руки. Это исправлять. Смотрим, нам позвонили, посылка. А кормить сладким. Все, что на ней написано. И видели, там два глаза таких торчало. Как вы поняли, это наш любимый амнямчик. А итак, в этой игре есть разные разделы. То есть, видите, картонная коробка, тканевая, фольга, волшебная, валентинка. Это в первом сезоне. И так, по-моему, всего 17 уже коробок сделано. Поэтому впереди нас ждет как минимум 17 обзоров. А давайте приступим. О, здесь 25 уровней, обычно я привык поменьше, там по 15. Ну, посмотрим, сколько я сегодня успею пройти. Так, перережьте веревочку движением пальца. Доставьте леденец амняму. Это мы знаем, как делается, да? Вот так вот раз. Амнямчик накормлен. И смотрите, у нас доступен новый рисунок. Это получается, вот нам рассказывает историю, как амням к нам пришел, а и что с ним дальше было. Смотрите, видите, он сидит в коробке, а глазами только сами клипает. А на столе лежит конфетка. Что будет дальше, я думаю, вы из мультика знаете. А, но можно будет посмотреть это все в картинках. А, итак, старайтесь собрать как можно больше звезд. Это мы тоже знаем. Так вот, две. Крум-крум-крум. Так, доступен новый рисунок. То есть амнямчик увидел конфетку, вылез из своего укрытия, из своей коробки и кинулся к ней. Есть такое дело. А, так, здесь нам просто нужно постараться вот так вот, да, все сделать вовремя. Как видите, проблем никаких. Ну, по идее, это должна была быть первая картинка вот эта, когда он увидел конфетку и такой весь довольный. А может, от этого он ее уже съел и вернулся к себе в свой домик и так радуется, да? Ладно, узнаем дальше, что же там было. Вот так вот опускаем ниже конфетку, берем звездочку. Берем вторую и кормим амнямчика. Суровые такие совсем легкие, да? А вот вы видите, все, что у него было, съел и просит его покормить. Я хочу нямать. Хочу амням. Ням-ням. Посмотрите, поднимите леденец вверх. Это значит, мы вот так вот его поднимаем. А затем пузырь можно лопнуть. Опа. И опять амнямчик наш накормлен. Как вы помните из мультика, он увидел арбуз, попытался его вот так вот съесть, да? Поначалу у него ничего не выходило, но дальше, по-моему, все получилось. Сейчас узнаем. А теперь нам нужно не дать леденцу вылететь за пределы коробки. То есть, видите, мы сначала вот так вот леденец кидаем в пузырик мыльный. И он подлетает. И мы его опять опускаем, да? А нам доступен новый рисунок. Получается, амням после того, как попытался съесть арбуз, увидел желе. Желе, конечно же, вкуснее, чем арбуз. Кто-то со мной спорит. Настоящая мечта. Детская. Настоящий день. Сегодняшний. Настоящая скорость. Удовольствие. Настоящая забота. Внимание. Абсолютно новая Шкода Октавия. Ценно настоящая. Уже во всех дилерских центрах. 20 лет назад я стал клиентом Альфа-страхования и могу покупать и продлевать защиту легко. Могу иметь под рукой медицинскую защиту на все случаи жизни. С полисом Альфа-страхования. Ваш полис активирован. Альфа-страхование. Сервис будущего уже в настоящем. Подключайтесь к сервисам будущего. Ну, для детей что? Сложит вкуснее. Получаем. И, кстати, смотрите, что еще можно нам сделать. Берешь веревочку,
можно вот так вот менять наши сладости. То есть конфетка, пончик и капкейк, или кексик, да? Давайте возьмем пончик и покормим нашего мнямчика не просто конфетками, а пончиками. У нас 7 уровень. Ох ты, какая-то каракатица или осьминог у нас, да? Ладно. Вот. Ого, нет. Вот так вот, наверное, нужно, да? А теперь как? Вот так вот взял звездочку. И теперь берем еще одну. И кормим нашего мнямчика новой вкусняшкой. И вот он такой, видите, как по мультику съел желейку и такой доволен-доволен, с полными щеками, как бородачок. Получаем и этот тоже рисунок. 8 уровень. Вы можете перезапустить уровень, нажав кнопку повтора. Ага, пока я это читал, получается, уже наш кексик остановился. Я не смогу взять звездочки, поэтому перезапускаю уровень. Беру вот так вот одну звездочку, вторую. И что за третья, да? Ням-ням опять довольно кушает наш пончик. Так, он подкрепился желейкой и что-то там увидел, да? Давайте узнаем, что. 9 уровень нас ждет. Ага, получается, нам нужно, скорее всего, сначала... Ух ты, а как же нам нужно сначала? Так вот. Тогда я не смогу туда полететь. Нет, значит... Как же? А, вот оно что. Теперь вот так. Ай-яй-яй, опять мимо. Нужно чуть-чуть быстрее было вот так вот сделать. Нет, не так. Да что ж такое? Вот на 9 уровне я чуть-чуть подзастрял, да? Вот так вот раз, летим ко мням. Все, есть такое дело. Получить. А, он увидел бабочку, да? Класс. Они познакомились, подружились? Как вы думаете? А, следующий, 10 уровень. Так, автоверевки появляются, когда единица попадает в их радиус. То есть вот так вот мы падаем. Опа. Двумя веревочками уже прицепились. Вот так вот, еще одной. И последняя веревочка, последняя звездочка, и ям-нямчик на корме. Так, смотрим, бабочка куда-то там полетела. И ям-нямчик решил за ней, да, сбегать. Понятно. 11 уровень. А вот эти автоверевки. Как же нам их проходить здесь? Так, ну, ой-ой-ой, наверное... Вот так вот, да, сначала. Нам нужна ж вот та звездочка слева. Теперь вот так. Опа. Теперь взяли вторую. И третью теперь главное правильно перерезать, что я, в принципе, и сделал. Впереди у нас 12 уровень. Натянутые веревки становятся красными. То есть нам нужно выстрелить вот так вот туда вверх. Там схватиться за веревочку. А теперь нам, наверное, лучше сделать как-то вот так вот. Да, видите? Взял две звездочки и мнямчика накормил. Ну, точнее, сверху одна была сбоку там и две внизу. Так, новый рисунок. А почему мням растит? Бабочка улетела, а ему самому стало грустно. Вот это да. Ладно, что мы придумаем. 13 уровень. Ага. А как же здесь быть? Наверное, вот так сначала нужно раз. Теперь берем вторую звездочку. А, смотрите, нам даже один пузырик не понадобился. То есть даже лучше, чем как бы разработчики планировали. А нам мы переходим к 14 уровню. А суперсилы амняма помогут вам передвинуть леденец и получить скрытую звезду. А где у нас скрытая звезда? Ага, коснитесь любого места экрана, чтобы создать поле телекинеза для леденца.
Ага, вот так вот, понятно. То есть мы можем вот так вот сделать. Ага, все ясно. Взяли одну звездочку, вторую можем лопнуть, да? Все это дело подогнать наш пончик. Вот так вот. Стоять. Да что ж такое? Давай. Вот, наконец-то. Что, нет? А ну-ка, камнямчик. Есть. Так, и новый рисунок. Амням заболел. А, это ж пришел хозяин, да? Типа мы пришли. Думаю, почему он простит? Может, он заболел? Но нет, причина...